Привет, мои хорошие. Хочу вам показать, какую я недавно нарисовала картину. Это сирень. И нарисовала я ее в новом стиле для себя. Не знаю, как точно называется этот стиль, но для меня это тряпки руки. То есть сюда я подключала тряпочки, свои руки, ну и кисточку. Листики мне очень понравились. Вот очень красивые получились листики. Вот прямо красиво. Сами цветочки сирени я наносила тряпочкой, потом прорисовывала еще кисточкой. То есть энергии было сюда вложено очень много моей. И писала я ее с большим удовольствием. Мне прямо нравился результат, что я делала. Не знаю, подписывать ли эту картину свою. Много моих работ, картин, ушло без моей подписи. Мои родные говорят, почему ты не ставишь свою подпись? Ну, чтобы не портить картину своей подписью. Мне не очень нравится, я не придумала свою подпись. Но все-таки они меня убедили и сказали, что Оксана, уже пора ставить свою подпись, чтобы понятно было, что это твои картины. Ладненько, поставим и здесь свою подпись. Буду ставить небольшую. Это будет ОК. Типа Оксана Кученева, О.К.К. Как-то так. Чтобы сильно там она не привлекала на себя внимание. И после этого я покрою картину лаком. Конечно, тут падают тени, фотоаппарат не сильно передает насыщенность краски. Ну, ребята, вот, вот так вот приходится работать, что маемо, то маемо. Пока так. Возможно, в дальнейшем будет лучше. Камера будет лучше изображение. Так пока работаем с чем нет. А лучше не заработала. Ну вот такая вот красота у меня получилась. Картина пока бесхозная. Так что, если кому понравилось, есть желание приобрести эту картину, welcome, пишите мне. Там договоримся. Да, еще хочу в рамочку ее вставить, чтобы она еще больше заиграла. И будет то, что надо. Вот такая красавица у меня получилась. Спасибо, что меня смотрели. Всем всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.